Салем. Я казахстанец. Я посвящаю этот ролик тем, кто хочет вбить гвоздь в единство моего народа. Я посвящаю этот ролик иностранным провокаторам, отрабатывающим свои грязные деньги, промывая мозги моих сограждан. Мой родной язык казахский. Я знаю русский и учу английский. В моем паспорте написано «татарин» или «кореец», но для всего мира «I am from Kazakhstan». Холодной зимой 37-го в степь Казахстана депортировали тысячи людей разных национальностей. Без еды и одежды их бросили здесь умирать. Но сами измученные голодомором казахи согрели и накормили несчастных гостей. С тех пор мы начали жить и трудиться вместе. Мы отлили каждую вторую пулю, выпущенную на фронтах войны против фашизма. Наш земляк Рахимжан Кошкарбаев первым водрузил флаг победы на здании Рейхстага. Мы вместе построили первый в мире космодром Байконур, откуда был совершен первый полет человека в космос. В степи мы проложили тысячи километров дорог, открыли заводы и электростанции, воздвигли целые города. Когда в 90-х в соседней России и других бывших советских республиках шли войны, мы сберегли мир в наших домах, провели тяжелые, но нужные реформы. Когда в Украине и Кыргызстане доведенные до отчаяния люди делали революции, мы развивали нашу экономику. Мы открыли новые школы, современные клиники, построили самую молодую и очень красивую Астану. Я верю, моя страна будет и дальше идти только вперед. Для этого я буду трудиться, за это я буду бороться.